Весть о массовой гибели рыбы на реке Ор в начале августа всколыхнула, если не всю страну, то нашу область точно. Жители Хромтауского района снимали видео с места ЧП и оперативно распространяли информацию через всевозможные интернет-ресурсы. Бездыханные тушки карасей, сомов, щук и раков не оставили равнодушными пользователей соцсетей. «Как можно так обращаться с природой?» – вопрошали одни. «Тяжело на это смотреть, никакого контроля», – возмущались другие. Позже на территорию водоема была направлена специальная комиссия во главе с заместителем акима области Мухтаром Жумагазиевым. Таких сомов только, блин. Вот размер. По 5, по 10 килограмм. Рыба задохнулась от нехватки кислорода, мертвые тушки съедены птицами, река чистая, запаха нет, рассказали в минувшую пятницу на специальном брифинге представители областной территориальной инспекции. Однако актюбинский охотник Александр Мандрыкин сегодня предоставил съемочной группе другие сведения. По словам мужчины, на днях он побывал на территории водоема, и ситуация там нисколько не изменилась. Не снята проблема загрязнения реки Ори. Информация о том, что это было загрязнение, источник загрязнения животного происхождения, проще говоря, навоз, на мой взгляд, не совсем соответствует действительности. Начало ускоряться движение. Буквально если за двое суток шло километр, то сейчас за сутки проходит 1,5 километра, приближаясь к АПЕ, к ТО «Молочная история». Осталось буквально километров 10-12. На сегодняшний день опять такая же картина. Эта масса двигается, плеса умирает. И движение, то, что прошло на брифинге объяснение, на мой взгляд, нужно ужесточить сегодня сам контроль. В свою очередь, руководство ответственного ведомства полностью опровергает версию актюбинца. На прошлой неделе, по словам чиновников, место природного бедствия посетила делегация в составе руководителей области, территориальной инспекции, акимов Мугалжарского и Хромтауского районов, а также экологов. Русло реки было полностью обследовано. На сегодняшний момент именно никакой гибели рыб не было установлено. Вода практически сейчас уже очищается, концентрация уже низкая. Был главный эколог, он доложился о результатах проведенной экспертизы. Он сообщил, что практически вода уже вода чистая, не имеет никаких примесей, чтобы способствовало гибели рыб или водных животных. На сегодняшний момент ситуация по реке Ори нормализовалась. По словам Куаныша Бермагамбетова, на акваториях от Мугалжара до Хромтау введен запрет на лов рыбы. Когда снимут вето, пока неизвестно. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».